Появление новой несанкционированной свалки мусора в Гагаринском районе Севастополя в пятницу пытались предотвратить жители города. Вблизи полигона морской пехоты в микрорайоне Казачьей бухты были замечены грузовики, которые свозили в больших объемах строительный мусор и выгружали его прямо на грунт. Члены ТОС «Голубая бухта» пытались воспрепятствовать появлению новой свалки. Они попросили водителей предъявить какие-либо документы и пояснить, какое предприятие уполномочило их вести работы. Однако те отказались от объяснений и продолжили свою деятельность. Жители микрорайона намерены обратиться в правоохранительные органы для установления виновных и привлечения нарушителей к ответственности.